С начала года муниципальные льготники обивали пороги чиновников, но ответы, почему еще в декабре лекарства были, а в январе их уже нет, так и не получили. Почти полгода потребовалось, чтобы городские и областные власти разграничили свои полномочия. И вот спустя 5 месяцев вопрос наконец-то решен. Ряд заболеваний, которые не входят в федеральный список, выделены в отдельный муниципальный, по которому городские льготники, как и прежде, будут получать жизненно необходимые препараты. Это 9 таких заболеваний. Я назову их: бронхиальная астма, несахарный диабет, ревматизм и ревматоидный артрит, болезнь Паркинсона, эпилепсия, миастения, инфаркт миокарда первые 6 месяцев, глаукома, системные хронические тяжелые заболевания кожи и еще одна категория детей от 1,5 до 3 лет, которые сегодня считаются малообеспеченными и в соответствии с действующим законодательством Оренбургской области получают детское ежемесячное пособие на ребенка. На компенсацию за прошедшие 5 месяцев, когда льготники сами покупали лекарства, рассчитывать не приходится. Максимум, что может сделать соцзащита, принять заявление на материальную помощь в связи со сложившейся ситуацией. Татьяна Кошелка, Никита Плотников, новости дня.